58 зареченцев приняли участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. Она проводится для учеников 7-11 классов. Уровень сложности заданий и время, которое дается на их выполнение, зависит от возраста участников. Все задания на муниципальный этап мы получаем от региональных предметных комиссий. Они составляют, они просчитывают определенный промежуток времени. 7-8 классы русский язык – 1,5 часа, 9 классы – 3 часа выполняют, и 10-11 – 4 часа. Участники – победители и призеры школьного тура олимпиад, а также те, кто вошел в число лучших на муниципальном этапе в прошлом году. Интеллектуальные состязания проходят на базе департамента образования. График проведения олимпиад составлен так, чтобы ребенок мог поучаствовать, в принципе, во всех олимпиадах. Вот у нас проходит по 18 предметам. То есть, если ребенок такой одаренный, талантливый, он может приходить к нам каждый день, потому что у нас олимпиада практически каждый день, даже в субботу проходит, и участвовать. Олимпиады проводятся практически по всем предметам школьной программы, в том числе по физкультуре и основам безопасности жизнедеятельности. Муниципальный тур интеллектуальных состязаний в Заречном продлится до 10 декабря. Ученики 9-11 классов, которые покажут лучшие результаты на уровне города, получат право выступить на областном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Победители регионального этапа принимают участие в заключительном туре интеллектуальных состязаний. Хорошие результаты на всероссийском уровне дают школьникам льготы при поступлении в вузы. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный».